Всем привет! Меня зовут Рустам Хайдаров. Я родился в Узбекистане. Но вот уже 15 лет мой дом — это разные страны. За свою карьеру с ЮНИСЕФ я проработал в различных странах и континентах. В Пакистане, в Кении, в Северной Америке. И сейчас я представляю ЮНИСЕФ в Республике Беларусь. Я никогда не думал о себе как мигранте, несмотря на то, что я проработал в многих странах. Я больше думаю о себе как о сотруднике ЮНИСЕФ, который помогает детям в различных странах. Ведь в этом и заключается миссия ЮНИСЕФ – помогать детям, независимо от их политического, социального, географического статуса, религиозных убеждений или каких-либо других различий. Но несмотря на это, наверное, я в каком-то смысле и тоже являюсь таким глобальным мигрантом, потому что я все же меняю свое место жительства каждые несколько лет и приезжаю в новые страны. Я понимаю, что переезжая из страны в страну, я также, как и мигранты, сталкиваюсь с определенными трудностями. Но при этом, конечно же, тоже получаю определенный и где-то ценный опыт. Когда ты переезжаешь из страны в страну, ты выдергиваешь себя из жизни словно дерево и пытаешься посадить это дерево в новую почву. Это выглядит как захватывающее приключение, и, безусловно, это, конечно же, очень интересно. Но также есть определенные трудности. Ты переживаешь о том, в какую школу будут ходить твои дети, где ты будешь жить, какая в стране культура, будешь ли ты понимать местный язык, примет ли тебя общество. Но, с другой стороны, переезд — это, конечно же, и новые возможности. Мигранты привносят те страны и общества, куда они приезжают, определенные культурные ценности, знания, опыт. Некоторые мигранты оставляют деньги и инвестируют в эти страны и также приносят пользу обществу. В Беларуси я с первой минуты почувствовал себя как дома. Это те же люди и те же ценности, схожие социальные нормы. Я не знаю, где я буду через 5 лет, но я не чувствую, что я сейчас здесь временно, потому что моя философия заключается в том, что нужно жить здесь и сейчас, в этом обществе, в этой стране.